Лёх, Да. расскажи, куда мы поднялись, откуда мы поднялись, что у тебя там за поселок на заднем плане? Поселок на заднем плане это Архыз. Над ним, соответственно, справа вот это все, это хребет Абишара-Ахуба. Виден перевал Баритовый. Он такой зелененький. Над ним сразу же перевал Архыз вот с такой полоской снежной. Слева от него это пик Московский. Дальше по хребту это перевал Баритовый, он перед тем скальным зубцом. Так, ну там дальше следующий хребет, самый дальний. Это хребет. Так, что там? Это у нас Дубка. И, соответственно, соседний это Софийский хребет. Поднялись мы из долины Большого Зеленчука вчера. Прям от дороги перешли мостик. Так вот нас довез, собственно, так не виноват. И вот этими вот дебрями. Сначала, собственно, нам посчастливилось немножко, первые 300 метров с небольшим набрали по лесовозной дороге, а затем уже по азимуту через лес, затем вот по такой там траве изрезали все ноги, устали там, набрали по этим травяным склонам 1280 метров до сюда. Прошли сколько там, Дим? 6 километров всего? Около 6 километров. И к вечеру забрались сюда, на перевал НК. Ну, я не помню, какое это название есть, но это не важно, в общем-то. Сейчас, сегодня второй день пути, пойдем туда. Сейчас По шесть хребту, утра. да, по хребту это хребет Мысты-Баши. По нему пойдем на юг, к главному кавказскому хребту по направлению. По тропиночке, мимо вот этих всех горок, холмов. И, соответственно, ну, если будет хорошее состояние, спустимся в соседнюю долину, долину Маруха. Ну вот, собственно, план пока такой. Так, сегодня 30 июня, правильно? Да, 30 июня, второй день похода. Все, спасибо.